18 мая в Доме детского творчества состоялась защита дипломных работ. Ученики художественной школы начинают готовиться уже за несколько месяцев. На защите выпускники должны показать не только то, чему они научились за время обучения, но и свой потенциал. Дети самостоятельно выбирают предмет дипломной работы, тему и преподавателя. Работа над проектом позволяет ученику впервые ощутить себя художником, способным на создание творческого проекта и воплощение его в материале. В составе комиссии три преподавателя – Алена Васильева, Галина Кульцова, Елена Яковлева. Заместитель главы Александр Новиков и член Союза художников России Валерий Власов. Кроме традиционных натюрмортов, пейзажей и смешанных техник, в этом году на суд зрителей и преподавателей школы дипломники представили монументальную роспись, роспись по дереву и ткани, витраж. О своих дипломных работах рассказали несколько выпускников. Мне было страшно. Я боялась того, что мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. Витраж я выбрала, потому что мне нравится просвет через стекла. Я всегда вижу витраж, мне очень интересно это все разглядеть. Это очень красивые переливы. Я через художку хочу связать свою судьбу с архитектурой. Это моя мечта. Свою работу я рисовала над ВП гуашью. Тема «Уличные музыканты». Меня очень вдохновила эта тема, она очень интересная. Гуашью я смогла передать эмоции своих персонажей. Обучение в художественной школе дает детям не только возможность освоения навыков академического рисунка и живописи, но и помогает в выборе будущей профессии. Очень приятно смотреть, когда молодежь заинтересована, когда она чем-то увлекается и, отдает часть своей жизни какому-то творческому процессу, в принципе. Хорошо говорю, хорошо пишу. Графика хорошая в этом году, очень порадовала графика. Ребята очень порадовали. Все работы выпускников можно увидеть в течение месяца на первом этаже художественной школы.